Запрошення України до НАТО безпосередньо залежатиме від того, яка адміністрація прийде до Білого дому після виборів президента у США, підкреслив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. За його словами, Франція не проти запрошення України до Альянсу. Він також заявив, що деякі аспекти плану перемоги виглядають цікаво для союзників. І документ показує, що Україна готується до можливих переговорів. А завдання партнерів наразі – допомогти Києву сісти за стіл переговорів із вигідним балансом сил. Юрій Рашкін, депутат округу РОК, штат Вісконсин, ведучий ютуб-каналу «Рашкін Репорт», доєднується до нашого ефіру. Поговоримо про ці публікації, зокрема, в «Лемонді» більше і глибше. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго дня. Вітаю вас, Сергій Юлія. Спасибо за приглашення. Приветствую ваших зрителей і слушателей. Слава Україні! Героям слава і вдячні, що знайшли можливість поговорити на ці важливі теми. Пане Юрію, з'явилася інформація, в західні видання пишуть про те, що, можливо, адміністрація Байдена вже не така категорична в питанні запрошення України до НАТО, а не вступу, ну, якщо ж розділяти ці поняття. Пане Юрію, наскільки це можливо, на ваше бачення, і чи не суперечить такий підхід, ну, власне, передвиборчим гонкам, які зараз відбуваються у США? Я сомневаюсь, что Камала Харрис выиграет выборы, заявив о том, что она пригласит Украину в НАТО. Это не та тема, которая сдвинет выборы в ее пользу. Тут как бы Трамп в основном знаменит тем, что он хочет за 24 часа закончить войну в Украине. Но мы можем себе представить, например, как он это может сделать, если его друг Илон Маск просто отключит Старлинки. Тогда он, значит, может очень быстро повлиять. Но это такие страшные варианты будущего, которые не должно произойти. Потому что то, что мы видим, это постоянство американской внешней политики. Когда Байден и Блинкен говорили, что место Украины в НАТО, и теперь они готовы пригласить Украину в НАТО. Такое ощущение, что вот все те разговоры о том, что Украина бросила Украину, как будто кто-то придумал. Я не знаю зачем, что ли просмотры нагнать или людей напугать. Но Байден как говорил, что Украина будет в НАТО, так он и говорит об этом. Когда об этом говорит генеральный секретарь новой Рутте из НАТО, у которого очень хороший такой более серьезный, уверенный голос, в отличие от Столтенберга, который был такой слегка неуверенный. А этот очень уверенно говорит, что место Украины в НАТО, всем и так это уже понятно, сейчас идет просто как бы процедурный вопрос того рассматривания, как это будет приниматься. И, естественно, что до выборов в Соединенных Штатах не ожидается никаких серьезных изменений, поскольку насколько это могут повлиять политики. Если это будут делать диктаторы, например, Путину сейчас очень хороший, важный для него момент нагнать как можно больше страху Третьей мировой войны, чтобы Трамп мог это использовать и попытаться напугать своих избирателей, чтобы они за него проголосовали. Но политики, которые сейчас смотрят на выборы, не хотят, особенно во внешней арене, делать что-то сильное. Поэтому это нормально. А то, что будет еще 2 месяца после выборов, когда президент Байден может спокойно принять решения, которые нужны и важны для национальной безопасности Соединенных Штатов и вообще всего мира и порядка, для этого будет достаточно времени, чтобы это сделать. И мы видим, что он собирается пригласить Украину в НАТО. Ну, можно по этому поводу как бы нервничать, а можно, ну, продолжать требовать от него, потому что это правильное решение, Джозеф. Пане Юрію, реагують на нашу розмову і, зокрема, на ваш спіч наші глядачі, пише нам пан Сергій, можуть дати, але не дадуть, і про це вже заявлено не раз за багато років тільки співпраця. Ну, така думка у пана Сергія. І тим не менш, пане Юрію, чи може бути так, що, ну, наприклад, справді Україну в НАТО не запросять, але буде союзницька угода така, як у США є з Ізраїлем? Чи такий варіант розвитку подій можливий? Я думаю, что рассматриваются все варианты, которые могут гарантировать безопасность для Украины, но Украина не потеряет Россию как соседа. И поэтому с таким соседом нужно готовиться к противостоянию. И если это означает, что Украине нужно рассматривать свою оборону с такой же серьезностью, как это воспринимает Израиль с момента своего создания, то, возможно, это выбор демократического государства таким образом тратить свои ресурсы и делать фокусом свое внимание противостояние России как независимого сильного военного государства. А, возможно, путь Украины более эффективен, как строится
кажется, Европа последние, ну, со Второй мировой войны, когда армия, защита, ядерный зонтик – это задача Соединенных Штатов, а все остальные страны могут, ну, просто строить жизнь, улучшать жизнь своих граждан, показывая, что демократия лучше работает и решает проблемы людей, чем авторитарные страны, где людей могут просто уничтожить, потому что на пути оказался. Поэтому вот такие процессы сейчас будут прорабатываться, и Украина, по крайней мере, с точки зрения Байдена и Вашингтона, должна быть в НАТО. Поэтому все те, кто считает, что Америка тут марионетки, просто разводит мир. Друзья, все открытым текстом уже несколько лет Байден объявил. И вот мы просто движемся к этому процессу, и, возможно, быстрее, потому что Байден уходит теперь, покинул гонку, не будет президентом, и это открывает для него невероятное окно возможностей, потому что когда президенты и вообще политики не думают о том, чтобы переизбираться, то они могут сделать невероятные вещи, сказать правду. Это просто вот что-то с ними происходит. А в данной ситуации все-таки он почти что идет на выборы из-за Камалы Харрис, но после 5 ноября, где так уже 12-13 миллионов людей уже проголосовало, поэтому люди уже голосуют. Поэтому то, что сейчас происходит, может быть, даже уже не влияет на некоторых избирателей, потому что они уже проголосовали. Но тем не менее, да, и мы не обязательно будем знать результаты сразу после 5 ноября. Но когда закончатся выборы, тогда мы вернемся в слегка более реальный мир, когда можно будет продолжать. И я, ну как, Байден посылает все сигналы, что приглашение Украине будет сделано после выборов в США. Пане Юрі, тобто ви очікуєте так, що Байден в оцей проміжок між після виборів в листопаді і до січня місяця він може зробити серйозні кроки? Я думаю, что у Байдена есть желание, и он очень хочет, чтобы Украина победила. Он очень хочет, чтобы его история помнила как человека, который помог Украине победить, а не просто передал эстафету победы и поддержки Украины Камалы Харрис. Поэтому, с одной стороны, выстоять перед Трампом – это главная задача Байдена, и выстоять перед Путиным. Но он также хотел бы, чтобы его история помнила за победу. Поэтому он уже сказал, что он хочет, чтобы все оружие, все деньги, которые были выделены в его администрации, были потрачены во время его администрации. Это большие суммы денег. И это сразу говорит о том, что с одной стороны, следующему Конгрессу надо будет потом голосовать за следующую помощь Украине. А если выберут республиканцев, то тогда у Украины будет какое-то время разобраться с тем, что происходит в этом новом безумном мире с помощью, со всей помощью, которую выделила Соединенные Штаты. Поэтому надо признать, мы сейчас просто еще наблюдаем мир, который слегка пытается подготовиться к такой возможности, что в США изберут Дональда Трампа. Ну так, і пан Лакерню, французький міністр оборони, він казав, що нам на довгу перспективу треба озброїти українську армію, щоб Росія жахалася її і не думала нападати пізніше. Я до того, пане Юрі, оця підготовка західними союзниками до приходу можливого Дональда Трампа, наскільки ці всі люди переживають за свої країни, тому що ж, ну, розуміємо, що безпека може на європейському континенті, ну, змінитися повністю. Я думаю, что поездка Байдена свидетельство того, насколько люди, с одной стороны, хотели бы с ним попрощаться, выразить ему благодарность, уважение, а также спросить и подумать, что будет, если Трамп выиграет. Потому что это последняя встреча с американским президентом перед выборами. И я уверен, у европейцев было очень много вопросов по поводу того, что происходит в Соединенных Штатах, не меньше, чем у вас и у ваших зрителей ко мне. Потому что у президента, естественно, более четкая информация, более четкое понимание. Но даже президент не знает, как пройдут выборы. Я считаю, что Камала Харрис победит. Я считаю, что знаки все показывают на то, что она должна выиграть выборы. Но, во-первых, для этого еще нужно, чтобы все проголосовали, мы это подсчитали, и моя уверенность оправдалась. А с другой стороны, мы видим, что Трамп готовит просто вторую атаку, которая пойдет в действие после выборов, после окончания выборов, потому что он не собирается отказываться от... просто сказать, ну, вы знаете, да, не получилось. Наверное, может быть, в следующий раз, или новое поколение политиков должно прийти на смену мне. Трамп это не скажет, потому что если он выходит с гонки, он оказывается в тюрьме, он оказывается банкротом, он оказывается ничем и никто, и его ждут только в Ростове на даче. Поэтому сказать, что Трамп может просто вот это принять выборы и все закончится, тоже нельзя. Но, по крайней мере, президент Байден будет спокоен тем, что уже тут включаются другие ресурсы, типа судов, адвокатов и так далее, и он может заняться спокойно
спокойно вернуться к международной политике, не подумав о том, как это может навредить. Ведь так странно, что люди, которые поддерживают Украину, могут подумать о том, чтобы голосовать за Дональда Трампа. Это такая победа путинской пропаганды, что человек, Трамп, который называет Путина гением, Трамп, который собирается бросить Украину за 24 часа, сколько ему для этого потребуется, все равно люди, которые говорят по-русски, считают, что Трамп – это республиканец, это сила. Вот что у людей происходит в голове, это просто невероятно. Но я просто очень рад, что Камала Харрис должна победить на выборах, и мы, скорее всего, просто не узнаем всех тех ужасов, которые уже открытым текстом обещает нам Дональд Трамп, который собирается избавляться от врагов, и он считает, что враги внутри страны более опасны для Америки, чем ее внешние враги. Вот это наш, вот это так тоже можно. Ну так, обещают, что будет и судей переслідувати, и прокурорів. Пане Юрію, мало часу, але не можемо почути, відпустити ваш, не почувши коментаря стосовно того, що Трамп сказав, що міг би вдарити, і він казав про це Путіну, по Москві, і що вони друзі, і так далі. Думаю, ви чули оце висловлювання. Ну, вы знаете, такого замечания я не слышал, но пока что я не слышал ни одного плохого слова, которое Трамп сказал про Путина. Но вот не поворачивается у него язык. Зато слово «Russia» он говорит все более сильным буквой «R». Такое даже по-английски так уже не говорят. По-английски как-то «Rar», а у него «Russia». Он очень ему эта страна нравится. Я думаю, что его там примут хлебом и солью, и пусть ему там и место. Потому что я считаю, что место Трампа за решеткой, за все те преступления, которые он совершил. Но если ему удастся сбежать, и он закончит свои дни в Российской Федерации, то я думаю, что это будет просто каким-то образом еще более показательно, кем он на самом деле является. Это не друг Украины, это человек, который хотел бы быть Путиным, если в следующей жизни, если ему повезет. Это не то, что нам нужно, это абсолютно не то, что нужно Америке. И очень важно оценить то, что его отношения с Путиным – это просто часть всех тех ошибок, которые Трамп все время делает. Он все время выбирает не то, не тех людей, не те решения, не то направление. И поэтому американцы это видят в основном на внутренней политике. А когда он при этом еще и хвалит Путина, мы просто говорим, вау, он еще даже страннее, чем мы думали. Пане Юрію, дуже вдячний вам за відповіді, за бачення цих процесів, що відбувається в Америці, і за те, що доєдналися до нашого ефіру. Юрій Рашкін, депутат округу Рок, штат Вісконсин, ведучий ютуб-каналу «Рашкін Репорт», доєднувся до нашого ефіру, і поговорили ми про ситуацію навколо американських виборів.